Блистательный, прекрасный номер. Многоуважаемые члены жюри, в данном случае вы можете не обсуждать, так сказать, словами этот номер, а можете продолжение номера. Сашка, какая это программа все-таки проявленческая для тебя? Ты там такие вещи иногда показываешь. Жаль, что ничего не вырезают. Это я еще не все могу. А, не все успел. Ну, я не все успел. Да. Не все показал. Ну, покажи все. Я это сделаю в финале, Леонид Сакч. Хибло, прежде всего к вам вопрос, безусловно, потому что нам хотелось бы узнать, догадались ли вы, кто представил Эллу Фицджеральд. Ну, мне кажется, что это Настя Макеева. Да? Да! Настюш! Анастасия Макеева. Ну, вкусно, вкусно очень. И вокально молодец, и очень по-джазовому. Хотелось бы немножечко синкопы. Я люблю, когда синкопы немножко запаздывают чуть-чуть. А как называется вот это пим-пири-рим-пири? Скат. Как это? Скат.
А, скет. Да. Скет. Это как бы имитация музыкального инструмента голосом. Очень хорошо вокально. И так похоже на молодую Эллу. Ну, замечательно. Пятерка. Если бы была бы десятка, я бы десятку поставила. Спасибо. Настюша, ты такая хорошая в этом весе. Тебе очень идет. Спасибо. Это называется «В меня вселился вес». Игорь Николаев. Послушайте, это такой кайф видеть молодую Эллу Фицджеральд. Посмотрите, голос, какой он у вас звонкий, как вы старательно поете все эти скеты, как они отрепетированы. В принципе, джазовая импровизация — это то, что не репетируется, то, что происходит прямо здесь и сейчас. Но было это ощущение, что вы импровизировали, реально. Здорово, спасибо, пятерка. Настя, спасибо большое за потрясающий номер. И это был один из таких вот редких случаев, когда все было гармонично, вот все. То есть я слушал и только изредка ловился на мысли о том, что ведь это кто-то изображает Эллу Фицджеральд. И самое главное, что вот в улыбке, в статии, в этой одежде, во всем чувствовалась легкость. Вот как будто действительно вот такая артистка вышла, вот она сейчас поет для нас. Браво, браво, еще раз браво, 5 баллов. Спасибо большое. Леонид Исаакович, пожалуйста, обсудим номер. Несмотря на музыкальную школу, которую я закончил, я меньше разбираюсь во всех терминах, в этих диезах, бемолях. Вы правда закончили школу? Да, конечно. По классу аккордеона, и с тех пор его ни разу не брал в руки. Клянусь тебе, да-да. Жаль. Да, вот то, что называют скетами, значит, я всегда это называл джазовой абракадаброй, оказывается, это называется скет. Это было невероятно, ну, вообще фантастика. Это настолько здорово, потому что для меня, наверное, самое главное, поскольку я много лет занимаюсь одной и той же профессией, в другие профессии меня не берут, вот, и для меня самое главное было вот то, что это Элла Фицджеральд. То есть, если бы сегодня запускалась картина, фильм, и в ней нужно было бы играть Эллу Фицджеральд, то ты бы, безусловно, была вне конкуренции лучше всех. Спасибо. Вот. А, лучше всех. Все-таки нам надо что-то снять. Точь в точь. Спасибо. Спасибо. 5 баллов. Спасибо. Короче говоря, ты была лучше всех точь в точь. Спасибо тебе большое. У тебя 20 баллов от членов жюри, которые тебе подарили блистательные наши артисты и Элла Фицджеральд, конечно же. Спасибо большое. Это была Анастасия Макеева. Присаживайся, пожалуйста, на звездный диванчик.